Океан. Через к заходам, которые идут на пацан, что находишь? Суммарные инвестиции в данный проект составили более 8 миллиардов рублей. Проект даст возможность новых мощностей и увеличения возможности присоединения юга Приморского края, как уже было сказано, портовых мощностей порта Находка. И, конечно, основное это действительно подключение тяговых подстанций российских железных дорог. Докладывает дежурный инженер подстанции 220 кВт лесозавод Кутенков. Схема подстанции нормальная. Произведен осмотр оборудования и устройств подстанции. Замечаний не выявлено. Коллеги, прошу осуществить вот.